Доброе утро. Середина ноября. Это питомник роз Полины Козловой. Вот хочу немножечко вам показать, какого качества мы выращиваем саженцы. А то верхушки в течение сезона цветущие я вам показывала. А вот, собственно, корни можно посмотреть будет сейчас. У нас сейчас идет выкопка оставшихся сортов, прикопка их на зиму. И потом то, что будет реализовываться весной. Ну, собственно, вдалеке полупустые ряды, там уже копать-то нечего, там плетистые сорта были. А это вот у нас ряды романтических роз, английских, розы Остина. Ну и вот мы как бы выкопали рядочек. Вот. Сейчас я вам поближе покажу, какого качества у нас саженцы. То есть вот. Саженцы чистенькие, корневая система вот хорошая, она разветвленная. Саженец уже вызревший, он уже прям готов к посадке. Вот. Много корешков всасывающих. Сейчас погода такая хорошая, такая осень крымская, прохладная. Уже даже заморозки кое-где были местами. Цветочков уже на роз практически нету, очень мало. Сейчас поближе вам покажу качество саженца. Вот корневая система. Трава, как всегда, господи. Расскажите способ, как избавиться от травы. Так, чтобы она вообще не росла. Вот. Вот саженец. Вот мы это все пробиркуем, напишем сорт, свяжем в пучки. И отправим в глубокий прикоп до весны. И, собственно говоря, то, что будет продаваться через интернет-магазины, здесь питомники весной, это вот эти саженцы. Вот, смотрите, все целенькие, чистенькие. Корневая система. В этом году просто фу-фу-фу. Мы молодцы. Нас надо похвалить. Когда мы все закончим выкапывать, ну тут осталось, надеюсь, немного, мы устроим себе день сельхозработника, колхозника. Купим тортик, будем пить чай, кофе и тортик. Ну, может, не только тортик. Ну, тоже. История умалчивает. Так, ну все, всем спасибо. До свидания.